Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое срочное видео. Это очередное коротенькое видео, но сегодня оно посвящено не биткоину, а другому криптовалютному проекту, который прямо сейчас, кажется, готов повторить успех Shiba Inu. Спасибо большое Тайлеру С, криптоаналитику, у которого 200 тысяч подписчиков на Ютубе и около 90 тысяч в Твиттере, который опубликовал сегодня следующий пост. В нем он предупреждает, что прямо сейчас, впервые за 5 месяцев, Matic стоит $2. И самое важное, он пробил и подтвердил пробитие симметричного треугольника, в котором, кстати говоря, находился 183 дня. Или же полгода. Полгода он торговался в этом треугольнике. После того, как обрушился 18 мая, когда достиг нового исторического пика. Обычно выход из симметричного треугольника предзнаменует рост цены выше предыдущей вершины. При условии, если пробитие верхней его границы было подтверждено ретестом. На дневном графике мы видим, что выход из этого треугольника сопровождался несколькими свечами, которые тестировали эту верхнюю границу. Однако мы можем ожидать еще одного ретеста этой верхней границы для окончательного подтверждения выхода из этого треугольника. Но даже так это выглядит очень позитивно. Фигура бычья, выход состоялся. Обычно это приводит к хорошему росту, как на этом примере. Тем более, что Matic — это не мемная криптовалюта, и этот альткоин обладает хорошим фундаменталом. Самый яркий пример выхода из симметричного треугольника – это Shiba Inu. Здесь мы тоже наблюдали симметричный треугольник и пробитие его верхней границы, что и привело к росту Shiba Inu на 223%. Честно говоря, такого выхода из симметричных треугольников я не видел вообще никогда. Это самый большой выход из подобной фигуры на моей памяти. Polygon сейчас тоже выходит из подобной фигуры. Навряд ли, конечно, он даст 223% роста, как Shiba Inu, в следующие несколько дней. Но все-таки прорыв и технически, и фундаментально для Matic подтвержден. Он еще не смог вернуться к своему предыдущему историческому пику, который находится в районе $3. Но места для роста у него намного больше, ведь его рыночная капитализация сейчас всего лишь $10 миллиардов, и он находится на 17 месте на CoinMarketCap. У Shiba Inu капитализация достигала $40 миллиардов. Она сегодня обгоняла даже Polkadot. Ладно, Dogecoin, но Polkadot. Насколько же нерационален этот рынок и насколько он подается эмоциям? 10 миллиардов капитализации у Matic, повторяюсь, места для роста у него полно. Что будет, если Matic получит криптокапитализацию $40 миллиардов, как Shiba Inu, после выхода из этого симметричного треугольника? Его цена может составить приблизительно $5,9 за одну монету, при условии, если он достигнет $40 миллиардов капитализации, что в 4 раза больше, чем у него сейчас. Я покупал Matic несколько раз и последний раз, по-моему, около 8 или 9 месяцев назад. Поэтому и обратил свое внимание на этот пост в Твиттере, ведь это меня интересует. Тем более, что впервые за полгода Matic наконец-таки дал позитивный сигнал, что в скором времени может преодолеть свой исторический пик и будет стоить от $3 до $6 после прорыва из этого симметричного треугольника. На этом все. Это было быстрое предупреждение по Matic, особенно его холдерам или тем, кто хочет его купить. Если тебе нравятся такие короткие, быстрые видео без лишней воды, то почему бы не поставить лайк? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. По количеству лайков я буду видеть, что такие короткие видео тебе действительно интересны. Также не забудь написать комментарий, это помогает алгоритму YouTube продвигать видео. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого!